Катамаран под российским флагом прибыл в Керчь в 11 часов по московскому времени. Скоростной морской транспорт под названием «Сочи-1» проследовал по маршруту Анапа-Керчь и пришвартовался на морском вокзале нашего города. До того, как был создан рейс Анапа-Керчь, этот катамаран находился на линии Анапа-Сочи-Гагра. В этот раз на борту катамарана не было пассажиров, так как первый рейс был техническим. Основная задача сотрудников – проверить, как необходимо швартоваться, как будут заходить и выходить пассажиры, что необходимо исправить и доработать. Катамаран сингапурской постройки. Середина 90-х годов. Значит, основные технические характеристики: 40 метров длина, 11 метров ширина, 2,5 метра посадка. Значит, пассажировместимость до 300 человек. Пассажиры принимаются в основном с ручной клади, то есть он не предназначен для перевозки большого объемного багажа. По предварительной информации, по маршруту Анапа-Керчь, Керчь-Анапа будут ходить два одинаковых катамарана – Сочи-1 и Сочи-2. Примерное время маршрута из одной точки в другую составляет 3 часа. Максимальная скорость судна – 34 узла. Это около 63 км в час. Однако катамаран будет ходить в эконом-режиме со скоростью 20 узлов. Точная дата первого торжественного рейса на данный момент уточняется. Сайту Керчь.ру рассказали, что морское сообщение между Керчью и Анапой будет налажено в начале апреля 2014 года. Напомним, что предварительная цена билета – 1000 рублей.